Кипр – уникальный остров, центр древнего мира. Мистическим образом здесь пересеклись судьбы многих христианских подвижников. На острове и сегодня сильны православные традиции, а древние храмы и монастыри хранят множество христианских святынь. И не случайно, что здесь трудятся талантливые иконописцы, создающие современные шедевры. Об одном из них наш рассказ. Мерианти Константину – потомственный иконописец. С детских лет она помогала своему отцу, иконописцу и преподавателю живописи. Искренняя любовь к искусству стала для нее основой будущей профессии. Сегодня за плечами Мерианти не только занятия с отцом, но и обучение в кипрском филиале Нью-Йоркского университета. Мерианти пишет иконы в соответствии с древними византийскими традициями. Из двух распространенных стилей, критского и македонского, она отдает предпочтение последнему. Оба стиля имеют общие особенности. Различия можно увидеть в цвете. В македонском стиле используются более теплые краски. Ему свойственно богатство оттенков в изображениях одежды и ликов. Иконы Мерианти несут в себе классическое античное наследие. Их отличает естественность в передаче пропорций человеческого тела, мягкость в изображении одежды, живость ликов. Я пишу иконы натуральными красками, яичной темпорой. К натуральным красителям добавляем яичный желток и уксус. Особое внимание уделяется подготовке дерева. Для этого используется специальный натуральный клей и мел. Иногда икону называют окном в духовный мир. Это зримая связь между человеком и Богом или святым, изображенным на ней. Однако икона – это и произведение искусства, являющееся частью интерьера. В последнее время многие хотят установить дома икону, хранящую свой неповторимый стиль. Существует техника состаривания икон, позволяющая добиться уникальных результатов. С давних пор замечена связь между личной духовной жизнью иконописца и его профессиональной деятельностью. Мое внутреннее состояние влияет на мое творчество. Если я не в настроении, то, возможно, не смогу достичь желаемого результата. Такое случалось со мной не раз. Например, я могу написать лик, а на следующий день все переписать, потому что вчера у меня не было подобающего настроя. Мерианти черпает вдохновение в молитвах ко Пресвятой Богородице. И не случайно ее мастерская расположена в мужском монастыре, хранящем древнюю святыню – чудотворный образ Богородицы Хрисороятиса. Иконопись для Мерианти – это вся жизнь. В творчестве она находит успокоение и удовлетворение. Иконы для нее словно родные дети, и иногда она не может расстаться с написанным образом, оставляя его себе. Я рада, что продолжаю дело моего отца. Я ощущаю его благословение и молитвы. В мастерскую Мерианти приходят разные люди. Туристы, местные жители, известные политики и бизнесмены со всего мира. География клиентов Мерианти весьма обширна. И как знать, может быть, кто-то из нас станет ее заказчиком. Максим Акулов, Роман Бычков, информационный портал Cyprus Inform.